Так, Вицина вижу, где? Вернее, Моргунова вижу. Я не слышу. Ага. Кавалькада у нас. Ага. Все довольные такие, ага. Ага. Все приветствуют наших зрителей. Смотри, по-моему, она права дома забыла. Бабка. Моргунов, где Вицина и Никулина? Где Вицин и Никулин? Весь отель вышел. Ага. Вас бы орали, сука, понаехали. Эксклюзив. Такого вы еще не видели и не слышали. Залезли в порт. Сейчас вам все покажем. Это не экскурсия. Юкейн, Одесса. Одесса канал. Студия гонщиков с Одессы. Посетили вашу ладью. Ага. Ваш пиратский корабль. Корабль можно глянуть? Можно. Да? Ой. Ух ты, дорогие друзья, мы на палубе шикарного стоимого. Почти на капитанском мосте. И начинаем медленно. Да, друзья, это не экскурсия. Мы залезли тупо в порт на стоянку. Медленно. Стоянка каравел. Тут кушать, выпить, конечно. Потому что в Турции нельзя быть холодным и трезвым. Лифт, ой, лифт, якорь, якорная система. Такая, гибрид такой, суперсовременного экскурсионного лайнера, круизник, но с парусами. Смотри, какие площадки обзорные наверху, на мачтах, на каждой, ага. Посередине и наверху. Самые смелые залазят наверх. И там вообще фантастический вид. Выплывая мимо этих отелей. Посмотрите, дорогие. Так, лезу на капитанский мостик. Красная дорожка. Открытая площадка. Что у нас тут? Коньки горбуньки. Так, ого. Партия дай порулить. Ну все. Сейчас погоним. О, и ключи оставили. Вот это да. Ну сейчас. Так, это у нас с газом и без газа. Сейчас главное не дернуть и тот рычаг, не впечатался в сзади стоящий. Вот это да. Пульт управления. Рация. Капитан уже за... Да, я уже за штурвалом. Блин. За штурвалом в капитанском мостике. Партия дай порулить. Ага. Так смотри, даже ключи оставили. Сейчас я газобну, дрифтану у них тут. Ух ты, здесь у них диджейский пульт. О, сейчас. Это да. Так, связь. Вот это с газом и без газа, я уже зрителям говорил. Откуда ты разбираешься в военно-морском юморе? Ну, я же не мазут сухопутный, как-никак. С твоим ходишь. Когда-то посещал флотилию юных моряков в Одессе. Была такая, если кто помнит. Сейчас уже, конечно, нет, это нафиг никому не надо. Ух ты. Да, здесь у нас плоский экран. Ну, гибрид. Так, кто у нас? Мистер Онжигога? За штурвалом. Да. Так я не понял. За команда рулит или... Или Онжигога? Новую выборную кампанию, агитацию. Ты начал крутить, уже шатать начал. Ты что, гонишь? Выборная агитация, дорогие друзья. Нас сейчас зашатает. Перманентные выборы переходят. Плавно.
выборы в Верховную Раду. И? Короче, непонятно, кто у штурвала. Как это непонятно? Ну, как это непонятно? Все понятно. Все понятно, да. It's me. Как это непонятно? Здрасте. Все понятно. Тот еще не у руля, а Гога уже у руля. Гога, дай порулить. Главное вовремя перехватить базды правления в свои руки. Гога, дай порулить. Угу. Нет, никому не дам, все. Дорогие друзья, это... Да. Это самое... Да. Ой, никто по рукам не бьет? Ну хорошо, тогда я рулить буду. Ну надеюсь, это не рука Кремля, нет? Это моя рука. Да, чем докажешь? Музыкальная. Чем докажешь? Ну как же? Тут вдруг откуда ни возьмись, рука Кремля. Это я. Ага, рука Кремля. Не-не-не, все мечтают о твердой руке, дорогие друзья. Вот она. Вот она на штурвале. Итак. Горячее блюдо. Вместо «Слуги народа». Покрутим в начале сентября. Я надеюсь, необходимый результат выборов на вашей партии Божья Бога и Бо нам обеспечит. Правда, наши дорогие зрители? Эксклюзивные кадры. Больше ни на одном канале в галактике вы такого не видите. Все, что вам остается, сделать 100 миллиардов просмотров и поставить 500 миллиардов лайков. И тогда мы вам покажем еще и не такое. А я еще пойду выше. Капитанский мостик я уже отведал, проведал. Это уже зона комфорта начинается. Ой, мягенькие стучки. Все, я падаю. Вы как хотите, я падаю, посижу. Ой, ой. Время где-то около половины седьмого вечера. Вот. Это у нас закат уже в Турции. Как видите, на горизонте горы, но не Карпаты. Сколько тут всяких шпангоутов и прочих снастей. Надо не запутаться еще. А, так это еще пираты. Ну, все понятно. Хорошо, что мы не в Соболи. Так и не... А вот этот красный строится еще. Ага, ну да, тут же у них... Ага, это ж верфь. Это верфь, да, напротив? Да. А я ж смотрю, он красный строится, видишь? Обалдеть, как же его спускать будет? Там же и бараны какие-то ходят. Довольно крутой берег. Как они его спускать будут, интересно? Здоровенный строится. Да, это верфь, друзья. Верфь по производству этих яхт. Каравел. Катеров и прочего водно-развлекательного транспорта. Вон, видите, строится все. Вот. Скоро приедем, они уже будут ходить по Манавгату. Манавгат, друзья, это вот эта река. Так она и называется. Река Манавгат и город Манавгат через трассу с той стороны. А вот его видно, если видите. Ближе к горам. Да. Так, пойду еще на ту сторону. А, можно же по мостику пройти. Еще я чуть не спустил. Не, пока закрыто. Все понял. Так, что у нас с этой стороны? С этой стороны у нас отели. И закат солнца. Вот такие прекрасные виды, можно и тут посидеть, выпить пиво, съесть шашлычка.
из барашка. Тут танцы у нас обычно. И тут у нас танцы. Так, осторожно. Я пошел вниз. Лакированные деревянные ступеньки и перила. Здесь специально наклеена грубая наждачная бумага. Где-то 60-80, по-моему. Где-то в этих размерах. Ну, я имею в виду фракцию. Так, здесь тоже у нас дискотека и тому подобное. Не... Я вижу. Я уже показал. Давай стрим погоним. Я думал, он сейчас отключен. Хотя, кто его знает? Давай попробуем. Ох ты, какой этот отсюда вид. Залазь, тут еще лучше видно. Так, это наш, он же, мистер, он же Гога. Поднимаемся. Уже порулил. Идет с нами на съемки. О, жабы квакают. Еще посидим немножко. Отдохнем. Вроде река, а какая гладь. Течения вообще не видно. А на самом деле, смотрите, какая глубина. Они стоят все в притирку к берегу. Непонятно. Или они плоскодонные, или очень большая глубина. Но судя по высоте, там должен быть киль по-любому. Смотрите, сколько. Раз, два, три, четыре, пять. Пять палуб минимум. Еще моторные отсеки. А мы возьмем это крупным планом. И да, должен быть киль по-любому, но не может быть. Деталях. А что там справа за статуя? Статуй? Мужик сидит или стоит? Не вижу. Там пираты, какие-то морские чудовища. Русалки не видно. Русалка на ветвях висит. Сидит. Висит. Свет воды вы можете сами видеть, оценить. Здесь чудеса, здесь. Опа, закачало что-то. Вон чем-то шашлыками пахнет. Друзья, у нас ужин, а мы вместо того, чтобы хавать 40 видов сыра, 50 видов колбасы, 30 видов шашлыков, мы побежали для вас все снимать. Ну, где лайки, где оценка? Какие жертвы, какие жертвы? Там все... А, обухла сколько всякого, блядь! Все виды напитков. Все, от пива до всяких коктейлей крутых и тому подобное. Бейлис. Шампанское. Шампанское. Виски, текила, все. А мы все бросили и побежали к вам, зеленый, вам снимать. Зеленый, фирменный зеленый коктейль. Босфор Саргун. Босфорус. Народ там уже в хлам весь. Вы пьют ведрами коктейли, а мы бегаем трезвые. Да народ, все это снимаем. Перманентно, с утра до ночи. И потом подолго. А где они это не делают, а вот конкретно в этом отеле. Это наш отельчик гостеприимный. Босфорус. Саргун. Там на горизонте чуть видно городок Манавгат называется. Кстати, в нем мечеть с четырьмя минаретами. Очень богатая. Соответственно, это считается очень богатый городок. Потому что строится за деньги жителей. И скидывается, и строит себя. Чем больше минаретов, тем круче район считается. Но мы вам еще покажем, не переживайте. Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно. Нам бы, нам бы пить вино. Из рыбы что-то точно водится, так это форель, я точно знаю. Это мы снимали отдельный ролик, будете смотреть. Форели тут немерено. Ну а что еще, надо будет узнавать эти. На сундук мертвеца. Йо-хо-хо, и бутылка арому. Так. И дьявол доведет тебя до конца. Йо-хо-хо, и бутылка арому. Так, пока заканчиваю, переходим на другую локацию. Понравилось? Так,
Понравилось? Нет? Если понравилось, ставьте лайки. Заходит Джек Воробей. На газы пью. Старый слепой пьюн. Здесь можно ощутить себя настоящим морским разбойником, пиратом с большой дороги. Ну что, мы со своей наглостью залезли на чужой корабль, на чужую частную территорию. Как видите, он пришвартован. Причем в месте, где не пускают никаких туристов, никого. Но мы, естественно, залезли. Он же Гога со стороны воды заходил, да. Снял охрану. Дорогие друзья, боевой пловец. В эти волшебные места приглашаем всех туристов отдохнуть, набраться сил. Покушать, выпить. После холодной, тяжелой зимы, после авитаминоза. Здесь вас пополнят всеми витаминами, которые есть в таблице Менделеева. Ну где-то так.